В Старомосковье вынесен приговор группе бандитов. Четверо местных жителей и курянин на протяжении 5 лет занимались вымогательством, разбоями, кражами. Им вменялось незаконное приобретение огнестрельного оружия, уклонение от административного надзора и даже покушение на убийство. В суде были доказаны все обвинения. Преступления совершались по предварительному сговору. Группа промышляла с 2014 по 2019 годы. Уходить от уголовной ответственности удавалось благодаря потерпевшим. Запуганные жертвы опасались обращаться в правоохранительные органы. В сентябре 2019 года 40-летний курянин пытался убить старооскольца, расстреляв его машину прямо на улице. И лишь быстрая реакция мужчины сохранила ему жизнь. Он сумел бежать с места покушения. Суд назначил курянину 10 лет строгого режима, остальным участникам банды от 1,5 до 8 лет тюрьмы.